Джаред Лето – знаменитый американский актер и рок-музыкант из США, который начал свою карьеру в 14 лет с обычного мойщика посуды и швейцара, однажды сказал: «Делай сегодня то, что другие не хотят. Завтра будешь жить так, как другие не могут». И это поняли обычные люди из Африки и Ближнего Востока, которые устали жить в нищете и на свой страх и риск уже месяц штурмуют границу Польши. В борьбе за лучшую жизнь в Европе они уже повредили ограждение из колючей проволоки у КПП «Брузги», и сегодня страсти накаляются. Ситуация выходит из-под контроля властей Евросоюза. Другое дело, мы, жители СНГ, живем чуть лучше африканцев, и нам нет нужды штурмовать границы. Они открыты. Достаточно немного усилий и желания. Получаете загранпаспорт. Выбираете вакансию. Отправляете документы в польский университет или УЖОНТ. Получаете приглашение на работу. Правильно готовитесь к интервью и ставите польскую рабочую или студенческую визу в паспорте. И вперед! Нам даже не нужно ее продлять после окончания и уезжать из Евросоюза. Власти решили эту проблему. Мы можем, а африканцы не могут. Нам в Польше открываются огромные возможности жить и работать без знания английского и польского языка. Потому что более 20% населения – мигранты из постсоветского пространства. А еще 30% местного населения понимает русский язык. Особенно старшее поколение. На предприятиях русскоговорящие координаторы и бригадиры. А вот африканцам не повезло. Они со своим родным языком здесь не выживут. Просто мы этого не понимаем. А на рынке HR в это время разразился кризис. Нужны люди на работу на лучшие предприятия Евросоюза. Рабочих рук не хватает. И если вы действительно хотите достойное будущее и не видите перспектив в своей стране, сейчас наилучшее время для переезда. В мире глобальная перезагрузка, и этим нужно пользоваться для бизнеса, переезда и построения карьеры. Я слишком часто общаюсь с известными рекрутинговыми агентствами из Германии, Норвегии, Чехии и Польши. И у всех один вопрос. У тебя есть люди? Нам нужны сотрудники прямо сейчас, которые приехали в Евросоюз и готовы зарабатывать. Мы сами за ними приедем. Если еще несколько лет назад квоты измерялись десятками человек, то сейчас уже сотнями. Думаю, через некоторое время подобная тенденция приведет к показателям с тремя нулями. Друзья, займем лучшие вакансии. Ждем вас на наших предприятиях. Ваши HR-эксперты. Друзья, всем привет, с вами Алишер, координатор из Варшавы. Сегодня прилетает один из наших друзей из Узбекистана, и я приехал его встречать сюда.